Так, сегодня у нас будет такой жирненький барашек. Вот он отварился, косточки. И с горохом. Гороховая каша с барашком. Уже 2 часа стоит. Рис набирает воду. И барашек отваривается. Ля-ля-ля. Так, берем очень много морковки и очень много лука. Горох уже тут есть. Барашек отварился. Уже даже попало немножко водички в бок. Сейчас вот это все обжарим. Потом добавим мясо. А потом горох. Добавляем оливкового масла. Разогреваем его. О, масло разогрелось. Добавляем паучок. Тщательно лук мешаем, пока не получит такой золотистый цвет. Вот такой золотистый лук получился. Теперь добавляем морковки. Так, обжарим лук и морковку. Сейчас добавим 3 или 4 поварёшки бараньего бульончика. Ну вот, такая получилась кашечка. Потом добавим сюда мяска. Добавим 2 ложки соли с 7 травами. И приправу для маринования мяса. Так, сейчас все хорошо перемешаем. Так, добавляем теперь мясо барашкина. Вот так. Все перемешаем. О, мясо такое мягкое. От кости уже отходит. Пусть еще полчасика потушится. Потом добавим горох. Так, теперь в эту красоту добавляем вымоченный горох. Не знаю, сколько он. 4 часа, наверное, вымачивался. Сейчас все перемешаем. Ах, вот такая красота получилась. Теперь мы подождем полчасика и будем кушать. Свечку за бабулю. Ой. Так, укропчик уже готов. Гороховая каша с барашком уже тоже подходит к эксклюзивному окончанию. Какой тут барашек вкусный. Какой тут горошек зеленый. Ну, еще минут 15 и можно кушать. Так, берем поварошку. Так, насыпали немножко этим укропчиком. Всем приятного аппетита!